обращают внимание на то, насколько много усилий предпринимаются. Они очень ценные, но не всегда они масштабные и скоординированные соответствующим образом. Предпринимаются многие усилия для того, чтобы обеспечить доступ к интернету с более инклюзивной несмотря на то, что предпринимаются усилия, статистики показывают, что мы идем в обратном направлении. И этот гендерный разрыв тоже увеличивается, а не снижается. Это разрыв связан с доступом к интернету. Но что бы мы ни делали, мы должны это делать с участием многих заинтересованных сторон. И хотя мнения могут быть разными, то с участием многих заинтересованных сторон мы можем добиться успеха. На сессиях, которые до сих пор были организованы, мы видим, насколько ценные темы затрагиваются. Мы осознаем, что эта сессия проходит с участием многих разных субъектов. Сейчас мы будем относиться к рекомендациям, которые касаются глобального сотрудничества в области цифровых технологий. Кроме сессии ИГФ, которые охватывали конкретные темы, как, например, кибербезопасность или цифровое соединение, мы будем обсуждать вопросы укрепления ИГЭ, что должно идти в сторону ИГЭ+. Многие из вас имеют вклад, который отражается в замечательных документах, которые готовятся правительством Германии и Объединенных Арабских Эмиратов. Многие говорят о стратегии по укреплению. Мы получили полезные ответы и документы, которые содержат дополнительные анализы и рекомендации. Во время этой сессии мы будем учитывать несколько ключевых политических областей, которые появились в контексте глобального цифрового сотрудничества, то есть инклюзивность и сотрудничество, которое является ускоренным, вовлеченным на высоком уровне, результаты коммуникации и финансов. Все эти элементы будут важны для того, чтобы гарантировать ИГФ или ИГФ+, которые будут еще более влиятельными и будут улучшать цифровое сотрудничество. Нам повезло, что в нашей панели участвуют многие почетные выступающие высокого уровня. Мы хотим начать с ускоренного сотрудничества. Мы послушаем господина Амара Султана Аль-Олама, который является министром по искусственной интеллигенции и цифровому правительству. Ваше превосходство, как вы оцениваете эти процессы и их влияние на нас всех? Большое спасибо. Я с огромным удовольствием и честью могу к вам обратиться сегодня. Мы действительно стараемся встречаться с помощью цифровых средств. Мы стремимся к изменениям в разных географических ширинах. Тот вопрос, который был задан, является очень важным. Я постараюсь ответить на этот вопрос лучше из возможных способов. Мы хотим, чтобы изменения были налицо, но мы сталкиваемся на этом пути с разными проблемами. Мы предпринимаем конкретные действия, которые позволяют нам делать очередные шаги вперед и использовать цифровые платформы. Мы должны гарантировать, что, входя на путь, который описан в дорожной карте, мы будем относиться к разным группам. Во время дискуссии мы имеем дело с амбициозными целями, которые мы устанавливаем. Некоторые кажутся привлекательными или иногда слишком отдаленными. Это переводится на динамику. Мы должны учитывать даже индивидуальных граждан, когда мы прилагаем свои усилия. И нам нужно помнить об этом замечательном видении. Мы также видим возможность создать отдельные стимулы для того, чтобы завоевывать очередные этапы в соцсетях и платформах. Очередной вопрос, который является очень важным, это то, что нам нужно гарантировать, чтобы эти цели были целями, которые являются важными для разных поколений. Иногда мы разговариваем с одним поколением и проходим мимо другого. А из тех действий, которые мы все создаем, мы должны прийти к такому выводу, что это тема, которая затрагивает
несколько поколений. Молодые люди вовлечены в это точно так же, как представители более пожилого поколения. Мы являемся свидетелями вспышки разных действий во всем мире, активизма, и мы можем это использовать также и в другой области. Даже и в этой перспективе мы можем разместить эти темы, и надеюсь, что мы сможем разработать новые технологии, архитектуры, которые позволят нам идти по этому пути. Большое спасибо, ваше превосходство. Я думаю, что те аргументы, которые вы представили, особенно те два аргумента, чтобы эти цели были выполнимы, а не абстрактными, это очень важно. Второе, это то, что нам нужно принять подход, который будет охватывать разные поколения. Это два важных аргумента, которые мы постараемся осуществить. А я сейчас хочу отнестись к вашему превосходству Дэвиду Сенга, который является министром по вопросам основного образования Сьерра-Леоне. Он будет говорить об инклюзивности и более широкому сотрудничеству. Господин министр, вы осознаете цифровой разрыв, и мы заодно знаем, что в большинстве стран мира, мы говорим здесь о доступе 82-92% охвата страны. Но в некоторых странах эти цифры достигают 20%. Как мы можем повлиять лучше всего на улучшение представительства вот, в развивающихся странах при цифровом сотрудничестве? Спасибо большое, ваше превосходство, уважаемые представители данной дискуссии. Я думаю, что двумя способами можно ответить на этот вопрос. Первый ответ связан с уровнем Сьерра-Леоне. И действительно, мы должны использовать те возможности, которые перед нами есть. Например, доступ к интернету в Сьерра-Леоне или использование интернета, они на уровне около 20%. Во многих местах они достигают только 20%. Свыше 80% это уровень подключения к мобильной сети. Это означает, что некоторые эти сообщества переходят из 0G сразу к 4G. Поэтому многие компании строят сразу 4G. Это означает, что некоторые общины, тысячи человек, которые раньше не были подключены ни к чему, а сейчас у них шанс, возможность, потенциал использовать данные с интернетом высоких скоростей. Это означает, что мы знаем, что такое происходит, мы знали, что такое произойдет, и поэтому мы можем подойти к теме инклюзивности и шансов. Инклюзивность означает введение тех лиц, которые раньше были исключены из этого процесса. И у нас национальная цифровая стратегия, мы ее называем Mobile First и цифровые системы. То есть у нас мобильный подход, который говорит нам о том, как нам нужно построить программное приложение, когда у всех доступ к телефону. Это самый легкий доступ. Смартфон становится решением. И можно даже перейти к доступу к интернету по мобильнику, даже используя оборудование, которое является довольно дешевым. Когда мы применяем Mobile First, мы знаем, как применять данные, как мы можем это делать с помощью разных коммуникаторов. Это действительно позволяет нам подключиться соответствующим образом. Мы знаем, что нам нужно строить решения онлайн, офлайн. В интернете существует много разных решений. Это означает, что эти технологические решения тут же вводятся благодаря инновации, благодаря сотрудничеству. А все сейчас, например, применяют USB. Это на уровне низкого расхода. Но мы не хотим только относиться к низкостоящим или недорогостоящим инструментом. Одним из решений является также реестр цифровых активов. Это означает вовлеченность разных представителей, которые работают в нашей стране. Гибридное решение и мобильные решения или мобильные технологии, которые могут казаться
исключительными, но они на самом деле включают тех, кто впервые получает доступ к интернету. Для нас самое главное – это именно это доступ к услугам. И когда мы говорим о соединении, о доступе к интернету, это все нам позволит получить этот доступ. Большое спасибо. Я думаю, что когда подойдем к этому подходу, который опирается на инновации, это все является очень ценным. Мы можем многому научиться именно по таким примерам. И сейчас давайте перейдем к Лизе Фур, которая является генеральным директором по вопросам этноассоциации. Это ассоциация телекоммуникационных операторов. Я хочу перейти к теме об ускоренном сотрудничестве. Вы сказали о модели. Какая модель даст лучшие практики для сотрудничества на международном уровне с участием многих заинтересованных лиц? Я думаю, что существует много способов, как мы можем строить рамки, которые связаны с сотрудничеством с применением многих заинтересованных лиц. Но важным аргументом является то, что дискуссии должны перенестись сейчас на другой уровень, который смог бы потом быть введен в полное осуществление. Поэтому очень важным является то, что разные группы заинтересованных лиц должны вовлекаться в этот процесс. Сейчас мы вовлекаем в этот процесс всех игроков. Все это является подходящими рамками, и мы применяем модель, в которую вовлечены многие субъекты. Это подход снизу вверх, и это модель, которая включает всех. Но самое главное сейчас, чтобы мы постарались засыпать эту пропасть, этот разрыв, чтобы не только вовлечены были заинтересованные лица, но чтобы они были активными. Мы хотим также обеспечить то, чтобы каждый голос был выслушан соответствующим образом. Иногда говорят крупные фирмы, у которых этот голос громче, но нужно помнить также и о том, что любой голос в этой дискуссии должен быть выслушан. Но мы имеем дело также с очень важной вовлеченностью на уровне институтов, учреждений. Мы сейчас уже видим возрастающий уровень участие со стороны членов парламента. Но мы должны быть свидетелями еще большего вовлечения со стороны парламента во всем мире. Я считаю, что важным является то, чтобы можно было вернуться в свои страны и в дискуссии поспособствовать тому, чтобы все эти программы были введены. Также важным является организация форумов интернет-порядка во всем мире. Это даст нам инструменты, которые позволят нам на то, чтобы такие дискуссии проходили во всем мире, но также, чтобы эти дискуссии были выполнимы, чтобы их можно было воплотить в жизни. Поэтому очень важным является сильный, громкий европейский голос. Европейские ценности в мировой дискуссии позволяют осуществлять задачи европейскими учреждениями при участии разных заинтересованных сторон. Каковы решения? Как мы можем эти решения внедрить? Этна – это организация, которая представляет организации в Европе. Когда мы говорим об этом вопросе, я сама задаюсь вопросом, почему мы, как Этна, фактически на самом деле приезжаем на ИГФ каждый год? Этна устанавливает приоритеты организации. С этой целью мы именно это делаем. Мы это делаем таким образом, чтобы участвовать в полной дискуссии, а также в обмене мнениями со стороны разных людей, а также разных групп. И все должны в этом участвовать. Мы считаем, что ИГФ работает очень хорошо как лаборатория для дискуссии, для обмена лучшей практикой, а также опытом для строения инициатив, которые повышают уровень возможностей этих групп заинтересованных сторон. Я думаю, что ИГФ – это очень подходящий институт, и тут именно идет этот диалог, тут осуществляются, внедряются решения. И, как это было сказано в этом году на конференции виртуальной, мы все работаем
для общего блага. Большое спасибо. Я понимаю тот пункт, который касается того, что действия, которые являются инклюзивными, должны сводиться к тому, чтобы голоса были слышны. Это имеет огромное значение, по-моему. А сейчас я хотел бы продолжить эту тему. Я передам слово Джозефу Холлу, который является зампредседателя по мощному интернету и активно вовлекается в создание дорожной карты. Джозеф, как ты считаешь, что сделать, чтобы IGF был лучше соединен с процессами? Как это сделать? Большое спасибо за то, что я могу быть членом этой дискуссии. И как засыпать этот разрыв, применяя решения, которые являются выполнимы? Мы должны быть уверены, что у нас есть полное понимание того, чем является интернет. Это может быть очевидным, но интернет – это очень сложное существо. Многие им пользуются, но есть разные экосистемы. Нам нужно понять, что приводит к тому, что это настолько ценная платформа коммуникации. Мы должны осознанным образом поддерживать его, ключевые аргументы, заботясь об урегулированиях. Я об этом еще раньше говорил. И такая аналогия. Это так называемое научное лесоводство, которое применялось в Германии в 19 веке, когда деревья сажались просто в одной линии и заменяли настоящие леса. Первые пользы из этого математического дерева казались хорошими, но спустя годы оказалось, что они очень слабо растут. И они были небольшими. То есть эти процессы гораздо сложнее, чем нам кажется. Если задуматься, интернет – это как такой старый лес, старая это сеть, и ее ценность заключается в взаимосвязи с разными устройствами, с разным оборудованием. Это не централизовано, а, скорее всего, сосредотачивается где-то в местных сетях, чем в центральных. Поэтому любой человек может подключиться к интернету. Это является ценностью для всех. То есть дело не только в технологии, но также в использовании, в услугах, а также в том, как мы сами создаем эти сети, как именно занимаемся этим нетворкингом. Поэтому нужно понять, что такое интернет, как нужно соблюдать ДНК этого интернета, так, чтобы ничего не разрушить. Большое спасибо. Спасибо большое. Большое спасибо, Джозеф. Мне кажется, что эта поддержка децентрализованного характера, это разнообразие, это очень важный пункт вашего высказывания. Я хочу поделиться тем, что я по образованию лесовод. Я долго работал в этой области, так что мне нравится ваше замечание. Немецкие лесоводы уже сегодня сажают более разнообразные леса, уже не под линеечку, но ваша метафора мне очень понравилась, эта аналогия мне очень понравилась, я буду сейчас ею пользоваться. Как лесоводы мы должны думать не только о политическом воздействии, но лес — это то, что начинает себя реализовать только 80-100 лет спустя. И интернет-наследство — это тоже тема, которая требует внимания. Вот вы меня спровоцировали на такие рассуждения, но возвращаемся к теме, к нашему следующему участнику. Ольга Кавелли, академический директор в South School on Internet Governance. Я хочу вернуться еще к инклюзивным действиям, к
инклюзивности. Как мы можем поправить участие академических представителей, представителей академической сферы в этом сотрудничестве, особенно что касается развивающихся стран? Большое спасибо, Фабрицио, и я хочу поздравить весь персонал IGF за организацию этого заседания. Я знаю, как сложно перейти от традиционных личных встреч к виртуальным заседаниям, но мне кажется, что все здорово получается, и я очень рада, что это именно так, благодаря виртуальности я могу участвовать в большем количестве панелей заседаний. Что можно сделать, чтобы увеличить активность академиков? Мы знаем, что в Латинской Америке мы требуем крепнейшего лидерства. Мы понимаем, что лидеры, которые участвовали в IGF, а их было немного, поэтому мы начали вести, мы запустили нашу школу, нашу академию, которая является таким мультидисциплинарным пространством. Люди, у которых есть юридическое образование, могут больше учиться про безопасность, например. Но все еще я вижу пробелы, разрывы между академиями и тем, что мы делаем здесь на форуме. Я работаю на университете, в университете Буэнос-Айрес. Я единственный из академиков, который участвует в форуме. А это самый большой университет в Южной Америке. И только я наблюдаю за тем, что происходит на этом форуме. Многие мои коллеги начинают этим интересоваться после того, как я им рассказываю про форум. Но, тем не менее, этот пробел, разрыв, эта нехватка репрезентации академиков еще существует, она значима. Мы могли бы организовать партнерство с университетами, мы могли бы организовать хабы, мы бы могли действовать более активно. Я знаю, что такие хабы уже существуют, но их могло бы быть больше. Так что мы должны быть более активны, особенно что касается вузов из развивающихся стран. Сильное лидерство имеет очень большое значение для того, чтобы добиться наших целей. Нам необходимо работать вместе. Большое спасибо, Ольга. Да, нам необходимо увидеть этот пробел, этот разрыв. Спасибо за все твои действия. Я знаю, что ты работаешь, чтобы сократить этот разрыв. А теперь представитель Facebook, Миранда, с твоей точки зрения, то, что ты видишь, это один из самых больших вызовов в области интернета. Как ты считаешь, в каком направлении должен идти наш форум? Добрый вечер, добрый день, салам алейкум. Я очень рада, что могу быть с вами. Меня тоже вдохновляют разные вещи, которые я здесь слышу. Я хочу поздравить вас с этой открытостью, хочу похвалить открытость политику генерального секретаря, эти круглые столы на тему дорожной карты были очень открытыми, и этот подход, основанный на разнообразии стейкхолдеров, это просто здорово. Мы можем задуматься над тем, что можно делать, чтобы сотрудничество было еще более эффективным. Мы смотрим на IGF как на очень ценный форум, потому что это очень демократический форум, исключительно демократический форум, и он играет очень важную роль для продвижения переговоров, содействия. Переговоров на тему того, как содействовать открытости интернета, его безопасности, его с перспективы группы по правам человека в нашей фирме. С моей точки зрения, самое главное то, что интернет – это уже не новость для многих из нас. Нет уже этой добавочной стоимости. Мы, конечно, ценим его значение, но мы
на многие вещи смотрим как на данные, но ведь нельзя же на все так смотреть, ведь развитие интернета нелинейное, и решения тоже не могут быть линейными. Чтобы интернет оставался открытым, чтобы это была платформа открытого самовыражения, над этим нужно постоянно работать. Фрагментация происходит все быстрее, она присутствует все активнее. И некоторые правительства делают многое, чтобы наводить порядок в интернете, проводят интеграцию. Они ослабляют шифрованные платформы, а они идут в направлении локализации услуг. Есть много таких действий, которые являются достаточно большой угрозой для открытости интернета. Дорожная карта генсекретаря – это замечательное начало, потому что там есть распознание прав человека и онлайн, и офлайн. И нужно объединять и уважать connect and respect. Это очень важное правило. И нужно придавать много внимания тому, чтобы уважать права человека. Это ведь наша основа, это фундамент, который позволяет продвигать все, что самое лучшее, и ограничивать все отрицательное. Я хочу вам напомнить еще про 19-ю статью Конвенции по свободе высказывания, свободе слова, о безопасности. Я работаю со многими субъектами, и я много времени провожу, работая в имя поддержки этих прав. Я надеюсь, что наши усилия будут эффективными, но мы считаем, что такое глобальное сотрудничество и в этом году, и в будущем зависит от процесса, такого транспарентного процесса, в котором участвуют различные стейкхолдеры. И я думаю, что форум может играть существенную роль в этом процессе. Спасибо, Миранда. Я рад, что ты напомнила нам о том, что мы должны считать, что все, что есть, оно всегда будет просто так. Мой давнейший шеф, бывший шеф, который был верховным судьей в Канаде, был тоже высоким комиссаром по правам человека, он часто подчеркивал, что противоположностью свободы не является, оппозиция для свободы является тирания. И когда нет верховенства закона, тогда тирания может выиграть, может добиться преимущества. Чтобы удержать инклюзивность, чтобы сохранить эту натуру интернета, его характер, связанный с правами человека, это требует именно правопорядка. Мы только начинаем это понимать. Но, конечно, здесь нужны тоже действия снизу. Итак, я вернусь к его превосходительству Саддаму Цуналаму. Первой идеей, касающейся международного сотрудничества, является такой группа высокого уровня на форуме, которая могла бы увеличить респонсивность. Какова была бы роль такой группы? Как она бы могла поддерживать международное сотрудничество? Большое спасибо за приглашение, за возможность выступить. Я хочу добавить еще одну вещь. Все действия G, все, что мы включаем в эту дорожную карту, мы иногда думаем об этом, мы создаем план, и нам кажется, что все будут знать, в каком направлении мы движемся. Но, как уже говорил мой коллега, иногда нужно обратить внимание на очень конкретные вопросы.
что нам нужно сделать в течение ближайших 10, 20, 30, 40 лет, это все будут действия нелинейные. А что касается создания инфраструктуры, стратегии, политик, мне кажется, что не стоит смотреть на эту карту как на нечто простое. Ведь есть изменения, есть различные факторы, которые позволяют нам оценить, кто активно участвует, кто менее активен. Мы можем эффективно проводить открытый разговор на эту тему, но нам необходимо настаивать на создании глобальной технической инфраструктуры. Я знаю, что частный сектор, фирмы как Google, например, говорят об обеспечении интернета при использовании конкретных технологий. Но суть не только в этом. Мы должны так обращаться с инфраструктурой, чтобы нам не нужно было ждать, пока частный сектор возьмет все в свои руки. Иногда НПО, правительство, должны действовать и решать проблемы, отвечать на вызовы. Я имею в виду основную инфраструктуру, которая позволит любому человеку быть членом этого нового мира и не оставаться позади. Мы уважаем очень ваше мнение, ваши действия в этой сфере, ваше превосходительство. А теперь обратимся к представителю ООН, ваше превосходительство. Как вы считаете, что можно сделать для того, чтобы засыпать эту пропасть, этот разрыв? Мне кажется, что ключевым понятием является партнерством. Очень часто мы подвергаем критике такого вида конференции, форумы, заседания, потому что вроде бы они не ведут никаким практическим результатам. Но мне кажется, что с самого момента, когда мы начали работать с генеральным секретарем летом именно в области цифровой политики, мы видим, что при случае каждого заседания, каждой встречи эти партнерства все крепче. Несколько месяцев тому назад у нас был разговор, который привел к тому, что мы организовали несколько двусторонних встреч Сьерра-Леоне, и сейчас продолжается конкретная сотрудничество и позволяет нам добиваться конкретных определенных результатов. Так что это все не происходит на уровне только гипотез или рассуждений. Многие действия просто происходят на полях наших переговоров, а потом появляются новые активности, новые действия, начинают предпринимать новые меры. И мне кажется, что если соответствующие люди встречаются. Кто-то уже сказал, что в круглых столах должны участвовать определенные люди, люди, у которых есть соответствующие знания, люди, которые принимают решения, лидеры. И лидеры тоже должны понимать и проблематику, и возможности, и осознавать то, что происходит в данном секторе. Такие встречи тогда могут стать рычагом, нужным нам рычагом для того, чтобы мы пользовались сетью и ООН, и глобализацией, и цифровизацией, и так далее, чтобы помогли во благо пользоваться всем тем, что предоставляет интернет. И ключевым понятием является здесь партнерство. Нужно показать, что если у нас есть правильно, хорошие заседания, встречи, то мы можем потом разговоры превратить в действие. Так что нужно общаться, нужно внедрять различные пилотные проекты, чтобы проверить, что можно исправить, в каком направлении идти.
И необходимо тоже обмениваться опытом, идеями. Я думаю, что таких пилотных проектов иногда просто исчезают, а их необходимо продвигать. Так что мы должны быть щедрыми в обмене идеями. Да, это щедрость, это важный момент. А теперь я хочу поговорить о коммуникации, о финансировании, и я вернусь к Лисе. Лиса, вы могли бы нам сказать, какие еще другие ресурсы финансов мы можем учесть для EGF? Спасибо за ваш вопрос. Мне кажется, что это существенный вопрос. А красота этого вопроса состоит в том, что мы здесь говорим о некотором кругу. Если значимые группы подключатся к форуму, если они будут с нами переговаривать, мы проведем важные дискуссии, в которых будут участвовать различные заинтересованные стороны. И очень важно, чтобы лидеры, представители гражданского общества, представители фирмы, технологического сектора, мне кажется, что очень важно, чтобы они встречались, чтобы они друг друга вдохновляли, чтобы они могли понимать, что участие в нашем форуме, участие в нем – это очень продуктивные процессы. Мне кажется, что форум IGF не должен быть чем-то, что происходит только раз в году. Нам нужна продолжительная дискуссия, непрерывная дискуссия. Нам нужны встречи между группами. Наши члены, участники форума должны встречаться, может, на других форумах, в других группах, но им необходимо быть на связи. Наши участники участвуют в других форумах, и там тоже можно найти способность для продолжения дискуссий. Если мы будем основываться на этой дискуссии, которую мы проводим, если мы будем ее продолжать на разных уровнях, региональных, государственных, двусторонних и так далее, мы будем привлекательным форумом и будем получать поддержку. В нас будут инвестировать. Очень важно, чтобы наши заседания не были таким одноразовым событием. Эта дискуссия должна продолжаться и на форуме, и тоже во время других встреч, во время других событий. Большое спасибо, Лиса. И эти два момента, которые касаются создания этого замкнутого, заклятого круга, это то, что наши действия видны, и, во-вторых, ИГФ, это должно быть не событие раз в году, а мы должны обеспечить постоянный диалог. И я хочу вернуться к Джозефу и хочу спросить у него, какие дополнительные методы, конкретные политические рекомендации ты бы хотел увидеть в конце ИГФ. Спасибо. Мне кажется, что важным является то, чтобы увидеть ценность этой дискуссии, этого форума, не снижать ценности, не уменьшать ее, потому что эта ценность есть. Эта дискуссия является важной самой по себе. Поэтому, думая о разных способах произведения конкретных результатов, я не хочу упустить с виду то, что мы разговариваем, если это соответствующим образом организовано и доступно. Это нечто очень нужное. У нас нет излишка таких дискуссий и решений. Мне кажется, что легко можно выбрать такие ведущие темы и в рамках ИГФ создать форумы, которые были бы менее дискуссионными. То есть можно себе представить, сосредотачиваясь именно на дискуссии, чтобы создать какой-то
какую-то пилотажную программу, выделить фонды, финансировать, может быть, новые исследования, которые опирались бы именно на эти проводимые дискуссии. Мне кажется, это нетрудно, но хорошо было бы задуматься над тем, какие результаты были бы особенно значимыми для наших заинтересованных сторон. Хотим ли мы найти новые формы сети? Мы как раз этим занимаемся. Я всегда об этом думаю, что это были бы за формы. У меня нет больше идей, что это могло бы быть. Но нужно об этом поговорить, определить правила. Например, скажем, мы ожидаем каких-то изменений в создании новых бизнес-моделей. Это нужно как-то обсудить и определить. Большое спасибо. Кажется, что это давление, которое ты оказываешь на ценности ИГФ как дискуссию, тоже является важным. Нужно это отметить. Но нужно также быть осторожным, чтобы не разделять дискуссию от производства результатов. Надеюсь, что мы можем совместить эти вещи. И думаю, что эти ощутимые результаты не являются противоречивыми тому, чтобы поддерживать ценную полезную дискуссию на форуме ИГФ. Ольга, если можно, я тебе передам слово. Кроме того, что можно создать какой-то орган, как ИГФ может повысить свое присутствие на высоком уровне и свое влияние? Это очень хороший вопрос. Кажется, что ИГФ уже многие годы занимается столь интересными вопросами. И существует много дополнительных форумов. Но думаю, что тут существует потенциал. Есть пробел, который касается вузов, но также и глобальных и региональных действий, которые не относятся точно к тому, чем занимается ИГФ. Например, если говорим об органе на высшем уровне, может быть, такой орган смог бы найти способы, чтобы придать значение, заполнить контентом действия вот между встречем ИГФ, чтобы подчеркнуть, что это не всего лишь встреча раз в году. То есть эта группа высокого уровня могла бы выходить на связь и поддерживать действия, которые проходят на международном и местном уровне. Может какой-то вклад иметь, может заключить партнерство с экспертами, которые могут в этом участвовать. Я знаю, что расстояние не имеет значения. Мы же организовали эту встречу вполне виртуально. Наш вуз тоже функционирует вполне дистанционно. Мы привлекаем разных экспертов из всего мира. У нас свыше 500 студентов. Мы знаем, что мы можем пользоваться знаниями, экспертизой из всего мира со стороны разных экспертов. Давайте это использовать. Использовать то, чему нас научила эта пандемия, а именно, что участие является возможным. Давайте пользоваться им. Давайте обмениваться опытом ИГФ. Давайте встраивать его в разные идеи, местные действия ИГФ, в правительственные действия, в технические действия. Пусть все это там окажется. Большое спасибо, Ольга. Хорошо напомнить себе о том, чем является ИГФ, чем он стал благодаря своим действиям и активности. А сейчас последний вопрос Миранде. Какие результаты ты бы хотела увидеть в будущем в плане ИГФ? Это огромный масштабный вопрос. Кажется, с моей точки зрения, что очень ценным было бы то, чтобы перенести эту форму дискуссии. Нашей целью должно быть то, чтобы заинтересованные стороны, у которых ограниченный бюджет и возможности, были более слышны, и ИГФ должен собираться на местном уровне, вне Европы, в разных местах. Это должен быть активный процесс, где будут учитываться ценности, примеры по инициативе таких организаций, как Global Network Initiative. С нашей точки зрения, это развилось
в очень ценный ресурс для многих участников. Поэтому я не уменьшаю дискурсивную ценность всего этого процесса. Но я вот так думаю, как мы должны спроектировать этот процесс многостороннего обмена опытом, потому что лучшим способом преодоление суверенитета, это стремление к интернет-суверенитету, является то, что мы дадим людям шанс, чтобы они сами увидели, как наращивать потенциал, как привлекать ресурсы, как вести эту беседу для того, чтобы у ИГФ тоже был побольше потенциал, чтобы он стал таким центральным узлом в дискуссиях. Мы оцениваем по достоинству тот факт, что некоторые правительства все более заинтересованы в наращивании потенциала ИГФ, и мы все стремимся к тому, к одному и тому же. Мы стараемся быть частью этой более широкой обстановки, и существует также такое стремление, чтобы включать другие повестки дня ООН, OECD, потому что здесь OECD тоже сильно вовлекается в эти вопросы, касающиеся интернета. Но я бы хотела также вернуться к тому, что сказал Джозеф, и добавить кое-что к этому комментарию, потому что я хотела бы задать всем вопрос, что произойдет, если мы немножечко адаптируем инструменты ИГФ, если мы постараемся быть более гибкими, если постараемся сосредоточить внимание заинтересованных сторон на том, чтобы определить проблему, для того, чтобы создать соответствующие решения. Что нам нужно сделать? Какой эксперимент можем сейчас провести для того, чтобы в это необычное время ковида создать ценность в этот неимоверный момент для урегулирования. Это вот мои свободные мысли, неупорядоченные. Здесь прозвучало очень много интересных замечаний, как можно использовать технологию, как можно даже экспериментовать и поддерживать этот подход, который опирается на многие и заинтересованные стороны. Я хочу поблагодарить всех высказывающихся. Это была богатая и разнообразная дискуссия. Таким образом, мы приходим к концу этого этапа, этого сегмента. Я хочу сейчас передать слово Рудольфу Гриль, который является со-модератором нашей сегодняшней сессии. Рудольф будет сосредотачиваться на этих ключевых областях, которые мы обсуждали. Тебе слово. Спасибо, Фабрицио. Я тоже вас сердечно приветствую всех. Я приветствую всех наших говорящих, участников дискуссии. Для меня это честь, что могу быть модератором этой экспертской сессии. Мы провели уже весьма интересную дискуссию, которая касается того, как продолжать в плане управления интернетом. И я с удовольствием буду продолжать эту дискуссию с нашими экспертами. Первый вопрос я задам его превосходству Томасу Шнейдеру, послу, который представляет Швейцарское федеральное бюро по вопросам коммуникации. Томас, вопрос тебе. По твоему опыту, как можем управлять этой целью, которая стремится к ускоренному сотрудничеству? Как мы можем организовать разные группы заинтересованных лиц? Как привести к тому, чтобы они лучше сотрудничали друг с другом? Большое спасибо, Рудольф. Мне очень приятно вас видеть. А что касается вашего вопроса, действительно, один из ключевых моментов
это засыпание этого разрыва, даже применяя математические решения. Мы должны сделать все возможное, чтобы этот процесс сработал. И ИГФ должно эволюировать в то, что многие называют ИГФ+. И уже на протяжении лет мы повторяли и также проявляли свою заинтересованность этими ценностями. В наших глазах ИГФ должно предсказывать и должно устанавливать политики именно в этом мире, мире интернета. Мы должны приготовить политики, которые будут преодолевать все препятствия. У нас отличные решения, которые позволяют нам внедрять решения ИГФ. Например, появляется риск, что не будут выполнены разные решения. Поэтому нам нужны мощные связи между субъектами, особенно между дискуссиями и информацией на уровне экспертов, как в ИГФ, а также между теми, кто принимает решения на высшем уровне среди разных групп заинтересованных сторон. Дорожная карта ООН, а также документ, который был приготовлен код чемпионами, например, Объединенными Арабскими Эмиратами, предпринимает усилия, чтобы все это внедрилось. Надеемся, что это будет внедрено. Нам нужны дальнейшие действия, как это было упомянуто раньше, особенно охватывающие важные темы, как вопрос цифрового самостановления, а также климатические вопросы. Нужно объединять эту дискуссию с разными органами высокого уровня, а также путем выдвижения этих политик на другие форумы, путем вовлечения разных органов высокого уровня. Мы должны также реагировать на важные темы, как ИГФ. Мы должны укреплять то ощущение, что мы отвечаем за то, чтобы то, что делает ИГФ, было потом воплощено в жизни. Такая идея появилась в Берлине. И мы должны также укреплять наш ценный секретариат. Мы должны его финансировать для того, чтобы более эффективно он выходил на связь с разными форумами и также создавал правильные политики. Финансирование имеет огромное значение, потому что если не будет финансирования, не будет встреч, в том числе и виртуальных. И должны быть контакты между обсерваториями и ИГФ в Женеве, а также учитывая разные элементы, которые связаны с интернет-порядком. Нам нужно поправить элементы, связанные с инклюзивностью, для того, чтобы использование этого процесса простыми гражданами путем усиления сигнала или путем диалога граждан было видно. Мы уже проводим переговоры на тему этих вопросов и думаю, что ИГФ предстоит сыграть важную роль в продвижении сети именно среди политиков высокого уровня. Мы можем найти ответы именно касающиеся независимого цифрового мира. Большое спасибо за эти конкретные идеи, которые являются также и выполнимыми. Разного рода идеи тестировались уже, как европейский диалог, касающийся интернет-порядка. Это означает, что я могу сейчас отнестись к генеральному секретарю по диалогу. Европейский союз также обладает богатыми знаниями на тему цифрового порядка. Сандра, те темы, которые были затронуты Томасом.
которые мы будем воплощать в жизни. Что можем сказать для того, чтобы можно было ввести больше результатов? Каков твой опыт? Что мы можем сделать на этом уровне? Здравствуйте, здравствуйте все. Я хочу всех вас поприветствовать из Лейпциг. Я хочу переформулировать твой вопрос и перенаправить его. Я хотела бы сказать, что можно сделать для того, чтобы результаты ИГФ были значимыми для тех, кто принимает решения, как организатор регионального форума, который уже подготовил многие полезные результаты. Я хотела бы, чтобы они более выразительно влияли на действительность. Я хотела бы также сказать, что мы можем сделать, что может быть результатом дискуссии со многими заинтересованными сторонами. Я хотела бы также передать слово другим говорящим. Мы говорим о документах, которые также появились на других сессиях, ательерах и пленарных заседаниях, или даже на форуме лучших практик. Все они являются хорошими инициативами, результатами. Значимый вклад был вложен в подготовку методологии с привлечением разных субъектов, которым эти темы касаются, которых они касаются. Они сильны и слабы одновременно, в зависимости от того, с какой перспективы мы на них смотрим. Они сильны из-за того, что конкретные вопросы связаны с тем, что у нас многие заинтересованные стороны, а слабые стороны связаны с тем, что очень трудно иногда прийти к общему знаменателю. Это, ну, мы должны проводить эти дискуссии в дальнейшем. Я еще думаю о том, что можно предвидеть в рамках документов. Это могут быть заявления или решения, но они будут концентрироваться на одном аспекте, они будут относиться ко всем полномочиям ИГФ. Очередной момент касается того, что получают заинтересованные стороны благодаря ИГФ. Я думаю, что это не оценивается по достоинству. Мы можем многое достигнуть с помощью технической базы до того, как принять урегулирование, и как эти урегулирования могут применяться на практике. Мы также должны преодолеть ограничения, связанные с законодательством. Это может также вытекать из работы ИГФ. Результат связан с глобальными дискуссиями обществ. Нам нужны такие дебаты о рисках, о шансах, об угрозах для того, чтобы создать устойчивое будущее, цифровое будущее. Мы рискуем дефрагментацией наших сетей, записей и сообщений. У нас огромный репозиторий знаний, и многие исследователи относятся к этим ресурсам. Я думаю, что это тоже не оценивается правильно. Пятое вовлечение касается молодых людей. И думаю, что здесь нам нужно говорить о программах для молодежи. Они всегда на нашей повестке дня. Многие молодые люди, которые начинают вовлекаться в такие программы, потом становятся экспертами высокого уровня. Очередной элемент – это огромный рост ИГФ на местном и региональном уровнях. Это тоже может быть значимый результат ИГФ. Для того, чтобы вам дать твердые данные, в 2019 году было свыше 100 инициатив в разных регионах мира. Это доказывает, что существует нужда в такой дискуссии во всех частях нашего земного шара. Это все проходит со скудными ресурсами, опираясь на волонтеров. Мы должны работать на солидном фундаменте для того, чтобы разрабатывать очередные элементы в будущем. Мы можем задаться вопросом о модели ИГФ+. Что несут с собой такие составные? Конечно, многие те моменты, которые я назвала, эти результаты не могут быть измерены до конца. Но как организаторы на
местных игр, мы всегда задумываемся, что мы можем с нашей стороны сделать для того, чтобы это было более видным и значимым. Мы можем улучшить коммуникацию наших результатов, смотря на то, как это делается, например, на Всемирном экономическом форуме или климатическом форуме. Это все возможно. Это также позволяет предпринимать действия, о которых общество не знает. У нас также и другие инструменты, другие решения, которые мы можем применять. И очередной вопрос связан с тем, чтобы гарантировать, что наши отчеты должны пониматься соответствующим образом. Я не говорю ничего нового, когда говорю, что наращивание компетенции и потенциала имеет большое значение. Конечно, нужно говорить о том, почему все это важно и какую роль до сих пор играла ИГФ. Нам нужно также уменьшить разрыв между вовлечением и парламентариев и воплощением в жизнь этих действий. Нужно выходить на контакт, чтобы эти люди делились опытом. Мы считаем, что наша задача заключается в том, чтобы их провести через эти сложные вопросы участия. Я не хочу тебя перебивать, но мы должны следить за временем. Хорошо, я уже буду закругляться. Я хочу подчеркнуть то, что я считаю самым наболевшим, самым срочным из того, что нужно предпринимать на уровне ИГФ и на местном уровне. Нужно улучшить коммуникацию, чтобы наши результаты были правильно поняты. Спасибо, Сандра, за твои замечания, то, что ты сказала. Я сейчас хотел бы отнестись к господину Бокарба, который является представителем совета, будет говорить на тему инфраструктуры ICT, будет говорить об инвестициях, которые поддерживают сотрудничество, а также о партнерстве в регионе Ближнего Востока. Он является также представителем телекоммуникационного совета. Самена является также, как я говорил, человеком, который в ITU выполняет важную роль. Это человек, который имеет огромный опыт, накопленный в области телекоммуникации. Я хотела бы спросить, учитывая весь ваш опыт, все ваши знания, когда вы смотрите на сегодняшнюю ситуацию, у вас есть идеи, которыми вы хотите с нами поделиться, которые относились бы к инклюзивности? Это то, что имеет настолько большое значение для развития и введения интернет-порядка. Мы с огромным удовольствием выслушаем ваш опыт. Большое спасибо, Рудольф. Добрый день всем. Добрый день из Дубая. Я очень рад, что участвую в сегодняшнем очень важном заседании, которое нацелено на то, чтобы еще больше подключить стейкхолдеров, чтобы привести к участию большего вообще количества участников по платформе EGF. Мы понимаем, что мы сейчас находимся в очень важном моменте, что касается управления технологиями и в контексте различных решений. И на эти вопросы нужно ответить, нужно дать ответ, и все должны действовать вместе, чтобы гарантировать соответствующие способы решения проблем, чтобы мы в нашем решении проблем основывались на сотрудничестве, чтобы мы действовали вместе в глобальном контексте во имя устойчивого развития во время цифровой революции. Документы четко говорят о том, где нам нужно приложить больше усилий, что нам нужно обеспечить инклюзивность развивающихся и низкоразвитых государств. Инклюзивность – это один из важнейших моментов, на которые нужно обратить внимание для улучшения сотрудничества в киберпространстве. Требуется обмен информацией, обмен опытом и нужно в этом основываться на равенстве. Нужен к этому равный подход и нужны осведомленные решения, нужны рациональные дискуссии и нужно продвигать лучшую практику.
и требуется продвижение новейших информаций во всех странах. В этом контексте форум информирует и вдохновляет тех, у которых есть возможность реализовать политику и в публичном, и в частном секторе. Платформа — это огромный форум, это огромный потенциал. И используя эти возможности, есть много возможностей, как подключаться под глобальное цифровое сотрудничество. Мы это видим тоже с точки зрения тех заинтересованных сторон, у которых еще не хватает репрезентации. Нужно увеличивать участие всех государств, всех заинтересованных сторон, чтобы создать чувство принадлежности. Мы говорили уже об этом. Я могу привести пример, что подготовка на том, чтобы участвовали в заседаниях все заинтересованные стороны, и чтобы этот диалог был и на уровне и высокоразвитых, и развивающихся, и низкоразвитых государств. Все стейкхолдеры должны иметь свою репрезентацию. Я уже заканчиваю, но если мы можем затронуть тему национальных игроков ICT, национальных местных самых больших операторов, то мы, подключая их под дискуссию, сможем увеличить значение форума. Очень важно тоже обеспечить репрезентацию всех географических пространств. Наши действия должны быть целенаправлены, об этом говорил уже Фабрицио. Нельзя никого оставлять посредине, нельзя никого поддавать маргинализации. И подытоживая мое высказывание, хочу сказать, что секретарии из развивающихся государств хотят добиваться успеха, хотят реализовать глобальную визию, учитывая, что интернет сейчас переходит с очень значительную трансформацию, и поэтому сотрудничество сейчас является особо важным. Важна инклюзивность, а у форума есть определенная роль – это поддержка всех государств, пройти все эти перемены, поддержать все государства в этой трансформации. Большое спасибо, и наш следующий эксперт – это человек, один из моих трех партнеров, госпожа Лин Сан Амур. Она уже много лет является председателем интернет-объединения. Она когда-то была моим начальником. Она является также представителем немецкого ETF. И мы с ней проводим переговоры по поддержке EGF, по финансированию EGF. Учитывая ваш опыт, какие у вас идеи, которые можно применить на практике в контексте, о котором мы говорим? Большое спасибо, Рудольф. Преимуществом участия в таком процессе является то, что можно быть начальником, например, твоим начальником. Я хочу перейти к следующему пункту. Мы слышали различные комментарии, множество взглядов. Мы задумываемся над тем, что нужно сделать, чтобы обратить внимание других субъектов на привлекательство форума EGF. EGF – это форум, который работает над различными темами издавна, в принципе, с самого начала своего существования. Некоторые идеи были у основ нашего форума, у нас были фантастические идеи, с кем налаживать отношения, с кем работать, с кем сотрудничать. Но есть еще один вопрос. Вопрос финансов, обеспечения соответствующих средств, чтобы поддерживать наши действия. В общем, это связано с тем, как мы общаемся, как мы предоставляем информацию, как мы продвигаем нашу деятельность. Для всего, конечно, требуются средства. И многие слышали, как я уже говорила раньше,
форум дает нам огромную поддержку, поддерживает также и частный сектор. Кажется мне, что этот диалог недооценен. Проблемы связаны с различными нюансами. Есть различия между обществом, между географическими пространствами. И есть проблемы с тем, чтобы определенные люди понимали определенные проблемы, чтобы умели оценить ключевые моменты, в связи с чем, возможно, мы должны помнить про публичную миссию, про процесс, в котором участвовал форум с самого начала. Нам нужно решить проблему финансирования. Есть некоторые элементы, которые нужно будет сделать у ЕГЭФ. Есть структура финансирования. Мы в некотором смысле ограничены. Мы связаны с ООН, а с другой стороны у нас есть собственные требования по финансированию. И я думаю, что важной является транспарентность. Транспарентность помогает. Мы можем тоже определенные, мы можем определить наши рамки, мы можем добиваться дополнительных средств. Все эти вещи позволяют добиваться больших средств, больших эффектов, и очень важно найти какой-то митинг, чтобы добиваться ресурсов, не нарушая правил интересов Организации Объединенных Наций. Так что нужно здесь добиваться всего правильным путем. И правило транспарентности является одним из ключевых правил. Мировой экономический форум, у них тоже есть некоторые элементы, которыми мы тоже можем адаптировать. Но нужно задуматься, как мы можем получить больше финансов, больше поддержки. Я знаю, что у нас мало времени. Проблема номер один, которую нам нужно решить, это ресурсы, это финансы. Нам нужно приложить все усилия, чтобы быть спикерами форума, чтобы привлекать большее количество стейкхолдеров, чтобы развивать знания о форуме. И мне кажется, что все это очень важно. Мы должны брать во внимание также то, что многие идеи предоставлялись еще Кофи Ананом, и нужно работать в его духе, я надеюсь. Спасибо большое, Лина. Спасибо вам. Я хочу теперь послушать, как это выглядит с точки зрения частного сектора. Господин Кенча, председатель Huawei для Центральной и Средней Европы и Северной Европы. Я хочу вас спросить, как представителя частного сектора, какова ваша политика относительно идеи активности на высоком уровне, чтобы привлечь участников именно из высокого уровня, чтобы у форума было вот проникновение тоже на этом уровне. Большое спасибо за приглашение. Я под большим впечатлением моих коллег, которые уже брали слово, я под впечатлением ваших идей. Вопросы, которые вы задаете, это замечательные вопросы, и нужно начать с нескольких моментов по порядку. Необходимо, я их записал, чтобы показать и рассказать о них систематически. Во-первых, пандемия ускорила цифровую трансформацию. Мы увидели, что нам необходимы инновации, что нам необходимы технологии, что это все очень нужные инструменты. Инструменты эти нужны для общества, для граждан. Мы хотим делиться нашей практикой, мы хотим участвовать
в глобальном этом процессе, в равнообразии, хотим влиять на равенство шансов, хотим создавать инструменты доступные для всех. Цифровые технологии освободили. И цифровые технологии вызвали новую эру. Мы говорили прежде всего про мобильные телефоны, и это так, их значение огромное. В контексте пандемии это видно особенно и четко. И коммуникация играет все большую роль в контексте пандемии в нашей ежедневной жизни, в нашей ежедневной работе. Цифризация стала глобальным трендом и выводит глубокие изменения в экономике. Поэтому нужны глобальные усилия с участием глобальных стейкхолдеров и в основании на глобальных стандартах. В какой-то момент США были лидером, они доминировали в области технологий, они были главным производителем, бенефициарием, они были полны энергии, духа. Но это время уже прошло. Инклюзивное сотрудничество во всех регионах, устойчивая конкуренция приносит много шансов, и ее значение все больше. Мы живем сейчас в другом мире, мы все более взаимосвязаны. Мы живем над границами, сфер границ. И если бы мы действовали по-другому, некоторые игроки были бы исключены, они бы остались позади, а этого необходимо избегать. Это приводит ко многим отрицательным эффектам. Мы должны помнить, что мы единая экосистема. Нужно помнить о движении в направлении устойчивого экономического развития. Мы наши решения приносим в дома наших граждан, приносим в их предприятия. Мы в наших действиях должны смягчать риски, так, чтобы мы могли добиться существенного прогресса до 2030 года. Мы готовы помогать всем нашим партнерам во всем мире, мы готовы предоставлять решения, наши технологии. Мы активно участвуем в борьбе с маргинализацией. Мы говорили также о разрыве между развивающимися и высокоразвитыми рынками. И очень важно помнить о том, что есть различные точки зрения на процесс цифровизации. А это значит, что нужно действовать вместе и нужно использовать их, смотря на них с разных перспектив. И это большой шанс для форума и GF, чтобы он сыграл важную роль, связанную с глобальным взглядом, с включением всех, чтобы бороться с различными проблемами с различных перспектив. Я хочу еще упомянуть о том, что существующее сотрудничество, архитектура, они очень сложные, они очень распространенные. И мне кажется, что процессы, они еще недостаточно инклюзивны, а ситуацию обостряет отсутствие общих стандартов, общей архитектуры, цифровой архитектуры. Это большая сложность, большая помога для среднего и малых предприятий, для маргинализованных сообществ, для людей, у которых с нехваткой соответствующих знаний. Мы наблюдаем, что факт, что мы можем общаться без личного контакта, это просто часть нашей жизни. Такое общение – это часть нашей ежедневной жизни. И это касается и образования, и медицины, и нашего форума. Это новая норма, а нужны стандарты, чтобы упрощать действия различных организаций.
Нужно создать стандарты, которые позволят едино пользоваться технологиями. Мои предшественники говорили про порядок. Порядок не значит, ограничение, управление. Порядок – это связано с установлением стандарта, которыми могут пользоваться все. Например, вопрос легитимизации, сертификации, состав рекомендаций, как готовить технологии, как... Неважно, мы говорим про экономику, про географию, про... Мы всем можем пользоваться одинаково. Вот, спасибо большое. Большое спасибо. И извиняюсь, что я вынужден вас перебить, а также извиниться перед следующими говорящими. Я вас попрошу, чтобы вы высказывались очень коротко. Анриет, сейчас. Анриет, у нее сегодня день рождения. Давайте пожелаем ей... всего лучшего. С днем рождения. Она занимается управлением интернетом уже давным-давно. Ты являешься одной из лучших экспертов в области в районе Африки. Мой вопрос к тебе. С точки зрения сообщества, которое состоит из устойчивого населения. Что ты говоришь об этих идеях с группой высокого уровня, которая должна вовлекаться в платформу ИГФ? Как ты это видишь? Как ты воспринимаешь? Как это выглядит с твоей стороны? Пожалуйста. Спасибо большое, Рудольф. Я хотела бы коротко сказать несколько слов еще до того, как мне отнестись к этому конкретному вопросу. К группе на высоком уровне. Несколько слов о вызовах, связанных с цифровым сотрудничеством. Мне кажется, это непростой процесс, и нужно учесть объем этого сотрудничества. Это важный фактор. Интернет, цифровые технологии, это не существует где-то в параллельном мире. Поэтому вызовы, к которым нам нужно отнестись, это не только цифровые вызовы, это сотрудничество не только с людьми в цифровом пространстве, а это приводит к тому, что это очень сложное явление. Во-вторых, качество этого сотрудничества, мне кажется, что мы уже сейчас знаем, имея этот 20-летний опыт работы в этом процессе поиска решений. Мы знаем, что значимое партнерское сотрудничество не является простым. Мы уже об этом слышали, и такое вовлечение многих заинтересованных сторон – это больше, чем просто то, чтобы собрать людей из разных сред за одним столом. Это требует преодоления разных разниц в интересах, чтобы выработать значимое партнерство. И в-третьих, еще один вопрос. И хотела бы еще один момент тут упомянуть, то есть инклюзивность. Мы довольно свободно используем этот термин, но как развить эту инклюзивность, которая будет нацеленной? Например, если говорим о речи ненависти, и о тех, кто является авторами этой речи, этого языка ненависти, как же им сотрудничать друг с другом? Это все требует времени и поддержки со стороны разных институтов. И конкретно говоря о группе на высоком уровне, мне кажется, что ИГФ должно эволюировать безусловно. И мне кажется, что лучшее сотрудничество с лидерами – это то, к чему нам нужно привести. И такой орган, как ИГФ, нам может помочь достичь этой цели. Нам нужно помнить также и о том, что ИГФ должен выходить на связь также и с другими группами, с которыми мы на данный момент не сотрудничаем в значимом уровне, то есть сообществами, которые подвергаются тем темам, о которых мы говорим, но они не участвуют в этих процессах, они не приходят на наши встречи, не являются частью этих дискуссий. И третья группа – это те, кто внедряет все это, эти маленькие бизнесы, которые занимаются инфраструктурой там на местах где-то. Эти местные технократы, это все люди, которые также должны сотрудничать с ИГФ. И мне кажется, что если мы будем инвестировать в этот новый орган на высоком уровне, нам нужно
вовлекать его таким образом, чтобы повысить достоверность ИГФ, но не таким образом, чтобы это повлияло на силу, эту основную силу ИГФ, то есть характер ИГФ снизу вверх. Нам нужно инвестировать постоянно и одновременно продолжать тот подход, инвестируя одновременно в лучшие отношения с лидерами. Спасибо. Спасибо. Мне кажется, это очень важный момент. Я хотела сейчас перейти непосредственно к очередному говорящему, доктор Даниэла Брэнкштук. Мой шеф, кстати, который представляет правительство Федеральной Республики Германии. Она отвечает за телекоммуникации, за телекоммуникационные политики, за все те процессы, которые учитывают многие заинтересованные стороны. Даниэла, нам нужно сосредоточиться здесь на аспекте работы снизу вверх, но также и сотрудничать со многими заинтересованными лицами. Мы хотим добиться результатов, которые мы сможем внедрять, которые относятся к реальности. Как ты относишься к этому вопросу? Большое спасибо за этот вопрос. Приветствую всех. Я очень рада, что мы можем встретиться, по крайней мере, виртуально, что я могу на вас посмотреть хотя бы на экране. Возвращаясь к вопросу, я хотела бы отнестись к тому, что...
Мы уже перебрали время на 5 минут, поэтому я хотела бы сейчас передать слово Фабрицио и поблагодарить всех говорящих за ваше высказывание. Большое спасибо, Рудольф. Я слушал эту дискуссию с огромным вниманием, заинтересованностью. Многие важные вопросы были затронуты. И очень коротко я выскажусь, но мне нужно что-то сказать, хотя у нас времени в обрез. Вы можете злиться на меня, но этот день важен не только из-за этой дискуссии, но также потому, что это день рождения Аретты. Мне кажется, что мы являемся ее фанатами. Не знаю, мы ее испугаем или нет, если попробуем спеть с днем рождения, но желаем ей очередного замечательного года жизни. Я хочу пригласить всех из панелистов на высоком уровне, чтобы они высказались на протяжении 50 секунд, какие обязательства они на себя хотят принять в плане ИГФ+. Давайте начнем с его превосходительства. Извиняюсь, султан был заставлен нас покинуть. Начнем с министра СНГ. Пожалуйста. Поскольку я являюсь министром, который занимается также и образованием, для меня вопрос очевиден. Я буду поддерживать все то, что делает он в плане цифровых ресурсов, также общественного домена и мое обязательство, моя вовлеченность будет продолжаться. Наше правительство сосредотачивается также на том, чтобы мы смогли использовать данные и технологии, которыми мы можем делиться. Также с точки зрения развития нашей страны, эти ресурсы должны остаться открытыми и должны действовать в пользу нашего государства Сьерра-Леоне. Нам также важно развитие человеческого потенциала и здравоохранения. И это то, во что мы хотим вовлекаться. Спасибо большое, господин министр. А сейчас Лиза, пожалуйста. Спасибо. Мне кажется, что этот диалог показывает, насколько важной является дискуссия о будущем глобального цифрового сотрудничества. Эта дискуссия показала, насколько глубока эта вовлеченность и сколько моментов нам удалось выделить. Мы говорили об инклюзивных действиях, о диалоге, об определении разниц для разных заинтересованных сторон. И мне кажется, что это является важным, но то, что лежит у основ, с моей точки зрения, это то, что вовлеченность, наша вовлеченность в плане интернета и модели сотрудничества, которая является многосторонним, мы считаем, что важной является поддержка всех, диалог, который является основой. Этот год нам показал очень четко, настолько важно интернет-соединение в нашей жизни. Если будем действовать сообща, как часть международного сообщества, в пользу интернета, который будет открытым, доступным для всех, мы будем продолжать диалог не только с ИГФ, но также и с СИДИК, с ЮРИДИК на национальном уровне. Мы будем этот диалог продолжать. Мы за диалог. Спасибо. И спасибо за ваш вклад в диалог. И сейчас Джозеф. Мы в Internet Society вовлечены в работу на благо сообщества. Мы присутствуем в 20 странах, в Боснии и Герцеговине. В последнее время мы открыли очередные наши точки. Что мы делаем? Мы можем финансировать те инициативы, которые укрепляют интернет и способствуют его инклюзивности. Мы можем это делать и делаем с помощью проектов. Вы можете это проверить на нашем веб-сайте. То есть мы говорим тут от шифрования. У нас огромный потенциал, многие эксперты, которые могут помочь
и убедиться в том, что это сработает как нужно. И я отношусь к работе во благо обеспечения доступного интернета. Спасибо, Джозеф. Мы оцениваем по достоинству то, что делает ваша организация. И сейчас передаю слово Ольге. Пожалуйста, спасибо большое. Мне кажется, что время сейчас трудное. Наши экономики страдают, технология будет становиться более значимой, особенно в развивающихся странах, особенно на юге. Наша сеть — это огромная сеть, тысячи экспертов, которые представляют разные заинтересованные стороны. И я надеюсь, что именно эта сеть, потому что этим и является ИГФ, будет существовать также и в будущем. Спасибо, Ольга. Сейчас Миранда. Последнее высказывание. Спасибо большое. Спасибо всем. Забота об открытом, свободном интернете без фрагментации является важнее, чем когда-либо в прошлом. Мы с моей командой вовлечены в то, чтобы обеспечить открытый и свободный интернет, который будет позволять свободный поток информации, создавать среду для устойчивых инвестиций, экономического развития, а также свободы объединения. Надеюсь, что этот интернет будет объединять этот мир, который будет сотрудничать все больше и больше. Замечательные слова в конце. Я хочу еще вернуться к самому началу, к Анна Хашими. Это уже самое-самое последнее высказывание. Я буду уже с вами прощаться, но жду этого нашего сотрудничества, воплощения того видения, о котором мы говорим. Тебе слово, пожалуйста. Спасибо большое. Большое спасибо всем говорящим за очень интересную и богатую дискуссию. Мы уже перебрали время, поэтому большое спасибо вам за терпение. Знаю, что для некоторых из вас это уже 3-4 часа ночи, но это большой шаг на пути к этой новой дискуссии. Эта дискуссия, на самом деле, началась уже в Женеве, в Тунисе, но началась уже в 2016-2017 годах. И мы можем продолжать нашу работу под вашей эгидой, под вашим лидерством, под лидерством генсекретаря по цифровому сотрудничеству. Мне остается поощрить вас, чтобы вы присоединились к призыву генсекретаря, к призыву Respect and Protect. Это должен быть всего лишь первым шагом на нашем пути к цифровому будущему, которым мы сможем все гордиться. Я хочу сейчас воспользоваться возможностью и поблагодарить всех соорганизаторов этой сессии, STDI. И Адама, мы организовали эту сессию. Я хочу поблагодарить также и Рудольфа за то, что он был модератором, и дополнительно Фабричио. Большое спасибо всем участникам за их активное участие. Я хотела бы также задать вам домашнюю работу. Пожалуйста, продолжайте работать, поддерживая ИГФ и глобальное цифровое сотрудничество на ваших поприщах, потому что это не является тем, что одна группа или одна страна может сделать самостоятельно. Мы на вас полагаемся и надеемся, что вы будете частью этой миссии также и в будущем. Большое спасибо и до свидания где-то в интернете в обозримом будущем.